Всем здравствуйте, всем моим подписчикам. Сейчас я нахожусь с внешней стороны моего перекрестка. Сначала мы спереди немножко вот сделали заборчик. Теперь у нас есть еще одна улица. Вот. Видите, вдоль дома мы с ребятами вырубили. Сейчас здесь еще вот много-много зарослей. Ивы, березы, сосна. Попробую расчистить немного территорию, чтобы домик попрозрачнее немножко выглядел. И посмотрим, что у нас из этого выйдет. Вот такие вот заросли вокруг меня сейчас. Вот такие вот. Вооружилась пилой, топором. И вперед, если дождик нас не выгонит. Так, начало моих вырубок. Вот он, перекресточек. Вот спереди перед домом мы все вырубили уже с ребятами. И вот там кремсин вольерчик. А здесь вот у нас вот такая вот, видите, сосны. Всякие березы и ивы. В общем, попробую здесь что-то сделать. Но косу. Косу я забыла. Подкосить бы немножко. Она у меня осталась в поле. Посмотрим, что нам удастся. И как все это будет выглядеть. Домик как домик бабы-яги. Спрятан такой в зарослях ото всех. Попробуем это расчистить. Чтобы поднять настроение себе. Чтобы перед домиком у нас было почище немножко. Потому что вот эти редкие заросли. Их быстрее можно вырубить, чем вот эти вот густые. Это еще не на один год вперед, видимо. Вот. Это у нас вид из разрушенной сарайки на дом. Вот Ильюша у нас там устал работать, отдыхает, конфетки кушает. Надеюсь, мы осталось немного. Сегодня сараечку дорушим. И у нас еще больше будет простора для творчества и уборки. Да, вот сейчас прямо всем расскажу, да. Вот такой вот у нас, видите, лесок кругом. Да, и Вероника с Ильей насобирали много грибов. Три захода даже маме отвозили. И сейчас мы даже под березовичек маленький нашли, прямо между досками рос. Вот такой вот у нас тут лес. Молодец. Вот мы закончили сарайкой. Осталось все это опять разбирать, сжигать и так далее. И мы ее... рухнули. Растопилась, да? Да. Хорошо. Да. Лео у нас печки топит. Вот, замечательно. Очень дымит у нас хорошо. Так что расчистка продолжается. Но пока это больше похоже не на расчистку, а на еще большее разведение бардака. Наступить уже почти некуда. Кругом вот такие вот развалины. Чем еще таким похвастаться? Ой, только что погодой. Ну, такого результата мы добились на сегодняшний день. Это то, что мы вырубили на пенек, на который теперь не пройдешь. Который еще надо маленький корчевать. И зато наш перекресточек теперь, вот видите, весь дом теперь у нас солнышком будет нормально прогреваться, освещаться. Тут еще с краю вот куст большой вырубить. Вот эти вот сосеночки, видите, я оставила. Вот эти вот растут в рядочек. И они у нас такие будут либо шариками, как я люблю, либо какими-нибудь фигурками. Вот. А вот это здесь пустое место, здесь нужно досадить ряд вот этих сосеночек. Потом, скорее всего, посажу перед ними ряд маленьких елочек, которые можно будет подстригать. В общем, посмотрим. Нужно наделать каких-нибудь интересных фигурочек здесь. Вот, сосенки, так сказать, задали тему. Вот. Ну, хотя бы теперь люди, кто в гости будут приезжать, не будут нас искать по кустам. Будут видеть наш дом. Еще цифру 10 надо повесить и вообще
будет хорошо. Дом номер 10. Вот такой вот домик. Печечка топится. А мы с Кремсенькой на прогулке.